Bir yok aslında. Direkt değil. Aha. Обязательно. Лапка, по-моему, не. А, вон, смотри. Какая. Чечёночка. А, что с тобой? А? Бедная лапка. Вон она. Хромает. Бедненько. Ай-яй-яй. Лапка совсем, смотри, сломалась. И это, наверное, лечить. А кто будет лечить? Ой, бедная. Да видать эти собаки, блин. Чучундры, блядь. Прости, Господи. В парке написано, с собаками не гулять, понимаешь? Бестолку, понимаешь, говорит народу. Правильно? Бестолку. А что за херня такая? Девочки, мальчики, делают ночь у башни парижской. У башни парижской. Короче, купил я себе пирам-пырам. И пирам-пырам. Да, это башня Парижа. Я так называю просто. Знаете, это очень интересно. Очень интересно. У башни Парижа. Да. У башни Парижа. Девка стояла. Да? Короче говоря, пыры-пыры была башня. Видите, какая? Прям с этим, с тырым-пыром. Я вообще валяюсь иногда. Иногда, да, валяюсь. Как в беде. Башня Парижа. Ой, Серёг, ладно тебе придуряться. Смотрите. Иди еще раз. О, глаза синьки ты мой. Ой, боже. Что ты? Что ты шепчешь? Видишь, такие дурочки. Мы не спрятаны. Понимаешь? Бабушки. Ладно. Еще будет интересно, покажу. Да, да, да. Ой. Пойдемте. Юбки. Фонтанчик. Здесь платят. Ой. Я тоже. Иногда прохожу мимо и думаю, может мне правда пойти в ярче, начать работать, девки и мальчишки. Вот знаете, девочки и мальчики, ну не могу я пересилить лентяйство. Нет, девочки и мальчики. Я не лентяй, не. Я работал штукатуром, маляром. Кто знает, тот знает. Понимаете? А теперь так уж вышло, девочки, мальчики, что я в данный момент, ребят, я не могу работать. Да и не примут меня, кроме как Ютуба. Да. Понимаете?
она еще такая вот. Вот я вот всегда купаюсь и мимо театра прохожу. Да, по дорожкам. Да, театр. Монтеатр. Пансье называется. Короче, вот так вот. Там бабушка такая посмотрела на меня. Дурак идет. Да. Да, девочка, мальчик. А я же не дурак. Я же умный, нормальный чувак. Трое там что-то писали. Заткнулись. Знаете, что хочу сказать? Что я хотел сказать? Я и забыл, что сказать. Этого. Ну, надо что-то сказать. Все-таки по парку гуляю. Да. Сейчас на остановочку. Вы знаете, завтра мы же в деревню поеду, не знаю. Я моя, там одну белку встретил. Блин, ножка у нее это поврежденная. Понимаешь? И что самое интересное, делать никто ничего не будет. Как-то так. Ну, некоторые же люди меня смотрят из этого, как ее называется. Я, конечно, только за здоровый образ жизни. Бегун мимо пробегал. Да? А я увижу. Давайте на этом я закончу свой эфир. Ой, не эфир, а этот влог, или как его там назвать. Видео. Ой, всем пока. Может, что интересное будет, покажу, да?